вот, что нас так много, мы, наверное, вас начнем через 5. Я являюсь президентом. Ждем Валерия Александровича Кувакина, почетного президента и основателя РГО. И он тоже должен подъехать. Я никого из вас не знаю. Не думаю, что меня знают многие. Значит, фактор случайности. Записали 28, да, человек? Ну, думаю, ну, вы обычно написали 28, но нет, все хватит. Тут даже больше. Иначе мы наверху зарезервировали большой Бродский здесь. По кругу. Кувакина. Собрание РГО. Наверху. Не все. Если получится, я вам пою на
нашу самую понятную нам тему песни маленькую. Листья как следует спят и обедают, через мне сон и покой. Ну а я все общество ведаю, ведаю, оно заведует мной. Оно все требует, чтобы его ведали, изучали вдоль поперек. И не просто как-нибудь хитро и въедливо, а вот только так, на зубок. Вундеры и киндеры вовсе замучили, не жалеют сил молодых. Ставят вопросы мне острые, живучие, а я все садюсь на них. Я им говорю, что, мол, так-то, мол, и так-то, мол, ну а что не так, значит ложь. Они мне факты, мол, факты, мол, факты, мол, аргументы вынь да положь. И хоть, в общем, я человек не воинственный, похожу и я погляжу. Вынь я тогда аргумент свой единственный, выну и на них вожу. Выбирая ночку глухую осеннюю, я, наверное, все рассчитал. Лягу я под шкаф, что при легком движении на меня упал капитал. Птичьи дома. Капитал. Так что мы, как говорится, начиная от я, серное давление, и до капитала, все сейчас исследуем. Друзья, я хочу, чтобы вы все, наверное, записались в этот наш опросный лист. Я уже представил. Пустил листочек, но неплохой. Да, неплохой. Листочек. Правда, отгриз уже. Довела духи-то. Мы обычно спрашиваем вновь пришедших, желают ли они получать нашу рассылку. И вот здесь вы как бы все пишете свой электронный адрес. И я надеюсь, что если кто принципиально против, он напишет. Мы как бы рассылку делаем, когда у нас проходят какие-то мероприятия. Мероприятия у нас проходят не так уж часто. Главное мероприятие – это День гуманизма, который отмечается во всем мире. И примерно в районе 20 июня. Там, или 20-го, 21-го. День летнего солнцестояния. Да, да. В это время мы его и проводим. Ну и если бы я знал, что у нас будет аншлаг, я бы, наверное, подготовил какую-то презентацию того, что есть РГО и что такое мировое гуманистическое движение. Но по ходу дела вы, наверное, поймете. Ну, собственно, те, кто пришел сюда как докладчики, они, наверное, посмотрели в интернете. У нас есть сайт, у нас есть наше сообщество в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Ну и РГО за время своего существования смогло издать довольно много книг. Валерий Александрович вот их частично принес. Но это только одна небольшая часть того, что у нас есть.
Мы сейчас, я так понимаю, еще чуть-чуть ждем Михаила Лакшина, которого вы, наверное, все знаете, потому что он является таким вдохновителем и в какой-то мере организатором нашего мероприятия. Но пишу. Да, я думаю, что он довольно скоро придет, хотя там уже вот он идет. Если, может быть, у вас предварительно пока есть вопросы про РГО, мы как бы основной части еще не перешли. Не перешли. Что-то спросить. А так мы, я думаю, уже через некоторое время, минимальное время начнем. Так. Сколько докладчиков пришло? Сколько докладчиков? Мы заявляли. Да, ну, собственно, я не знаю никого из сидящих здесь. Вот. Лицо у меня. Все, понятно. Значит, так что, наверное... Давайте как-то начнем. Сейчас Мария Рахманинова, она как бы ей нужно позвонить или что. Мария Рахманинова не написала с FaceTime. Ну, я вам прислал ее фотографию. Но это она? Если она не. Сравните с той фотографией, что я прислал. Она не ответила на Skype. Ну бывает, не отвечала. Она отвечу. Вот, ну все, хорошо, тогда я сейчас начну. Включаем Мари. Ну, похоже, да. Вот, ну. Я вообще все это не вижу, что я зашла. Дмитрий, я тоже вас не всегда знаю. Правда? Да, да, ладно. Так, давайте от шуток перейдем к процессу. Все ли меня слышат? Нужен ли микрофон? Ну, в малом зале. Ну, я вообще спрашиваю, никого не нужен, всем слышно. Я бы хотел сказать, как вообще появилось у меня, как у одного из организаторов, где провести дискуссию о я. Мы внутри... Не ответила на скайп. Мы внутри на... Да, надо это... Мы начали записать. Запись начали, да. Да. Мы дискутировали внутри нашего общества. О личности Федора Достоевского, его взглядах, он насколько был далек человек, вот светлый, гиперсетевая теория. Близок, большинство участников общества высказалось, что, конечно, ни в каком смысле человек гуманистом не был, но были и другие точки зрения, в частности, другие субъекты. Это точка зрения непосредственного президента общества, что в некотором смысле этот человек, ну, близок к гуманистическим людям. И любопытно, что именно эта дискуссия породила у меня идея организовать дискуссию о «я». Я специально не говорю каких-то уточняющих слов. Природе ли я? Личности ли я? Я хочу так, чтобы каждый участник сам ответил на ее специально поставленные вопросы, недостаточно четко сформулированные. Вот. И сам смог проинтерпретировать текст, который я написал, дал свою интерпретацию, дал свой ответ. Я думаю, что я бы хотел, чтобы на нашей дискуссии изначально произошло то, что видели многие философы, исследователи творчества этого человека, его романа. Как Григорий Померанц говорил, что если Толстой выступает как своего рода спикер парламента,
Достоевскому. По Достоеву не надо меня поправлять. Спасибо за подсказку. Подсказку. Выступает как спикер парламента, предоставляя каждое слово. Толстой. Бахтин называл романы Достоевского, естественно, мы говорим о позднем полифоническом. И в том смысле, я бы, как он понимает, Капитал. И я бы хотел услышать своего рода вот эту полифонию на нашей дискуссии. В этом анархизм. Одна из моих тайных задумок, которую я сразу не расскажу. Ну и давайте тогда, у нас времени немного, наверное, у нас сколько получается, 15 минут на выступление и минут 5 да, на вопросы, а последняя дискуссия пока нас не выполнит. Ну да, так примерно и есть. Ну давайте тогда представимся, все докладчики, представимся кратко еще раз. Ну тогда, сколько у нас получается, 15 минут на выступление, но вот, начинаем. Я прошу всех докладчиков представиться еще раз, если можно. Я первый, я так понимаю, в программе. Я думаю, что вы, да. Ярослав Головин меня зовут. Я кандидат философских наук. Бахтин, полифония. Президент Российской Федерации. Второй — это Валерий Александрович Кулакин. Исследование сознания. Ну, что, я тогда представлюсь там. Я есть, поэтому я думаю, что он у меня есть. Поэтому я скажу за себя. Ну, вообще-то у вас такая уникальная возможность посмотреть на некий область задолго. Потому что я являюсь организатором Российского университета в 1995 году. Надо свой глаз неизвестный. Ну и вот мы существуем до сих пор. Ярослав Второй президент. Я являюсь профессором Московского университета, даже заслуженным. И я считаю, очень рад. Философия, история, русская философия, проблемы примитивного, проблемы самосознания. Президент Российского гуманистического общества. Бахтин. Наверное, все, потому что я могу говорить долго. Профессор. Другую часть ансамбля художников, я куратор и исследователь. Я так понимаю, можно вам сразу вопрос? Я так понимаю, что вы иногда употребляете феминитивы, иногда говорите детские феминитивы. По-разному, да? Так ну, бывает. Да, я положительно. Ну, сейчас вы просто мужском роде сказали, это тоже имеет для меня интерес. Ко мне можно обращаться. Я вас понял, я просто не так. Я так спросил. Феминитивы. Если будет еще время, я хотел бы тоже изменить свою картину «Академические хостовых ям». Скажите, пожалуйста, вы представите Московского центра изучения сознания здесь? Не здесь? Есть ли кто-нибудь? Мы приглашали. Кто-то хотел прийти. Значит, если будет возможность, тогда, значит, я хотел бы сделать небольшое тоже сообщение. Я готовил на студии, но не заявлял о писании. Я как бы занимался в свое время психологией животных, много работал, психологией животных.
Так. Рахманинова Мария Рахманинова вам ответила, да? Но она не ответила, она ничего не отвечает. Может быть, это даже Евгений Сычев, вы, вот, а Артем Игнусов подошел, вот, представьтесь, расскажите, здравствуйте, о себе, если вы не знаете. Двое, не было на этом идет. Я понимаю. Пришел. Мы, я, Мария Рахманинова. Тут не надо делать, пожалуйста. Молодой человек, или кто там? Простите. Не делайте этого. Не делайте, здесь так мало воздуха очень. Серая фиолетовая. Я прошу, мы сгорем все вместе. Серая фиолетовая. Мы с вами говорили много раз. Вы обещали написать доклад о том, я как власть, о природе власти. Вы будете докладываться? Природе власти. Я понял. Спасибо. Ну, я думал, что некая полифония уже началась. Вы его пригласили, да? Конечно. Мы все одинаково будем гарью дышать. Это уже монополия называется. Конечно, я пригласил. Я не подписывался вот этим дымом дышать. Извините. Действительно, что вы делаете? Я не понимаю. Я только обратил внимание. Не, ну может вы скажете? Бахтин. Ладно, давайте слово предоставляете Ярославу, тогда Головину, наверное, рассказывает нам об истории, я так философии понимали. Я разные философы. Да. Продолжаем. Так нельзя вести себя. Мы как бы организаторы и считаем, что то, как вы себя ведете, не устраивает ни нас, ни зрителей, ни всех окружающих. Я думаю, нам это важно прекратить, да, либо это ваш перформанс, когда вы приглашаете людей. Дима, не надо, Слушайте, давайте без каких-то конфликтов. Ну, я, например, лично считаю, что надо закрыть мероприятие, потому что жизнь дороже. Если у нас есть... Ну просто есть правила пожарной безопасности, вдруг сгорит что-то. Да. А нам выплачивают компенсацию, так как моя компания не давали это место. Красно-коричневым. Вы меня слышите? Вы согласны на такую альтернативу? Либо мы прекращаем, либо продолжайте. Это и есть полифония, она начала. Бахтин, полифония. Ты кретин. Бахтин, полифония. Бахтин, полифония. Ты кретин. Бахтин, полифония. Ты кретин. Капитал. Аргумент. Капитал. Аргумент. Капитал. Аргумент. Капитал. Аргумент. Капитал, аргумент. Капитал, аргумент. Ярослав, начинайте, пожалуйста. Начинайте, я вас прошу. Дмитрий, прекратите, что вы делаете? Человек до вас не дотрагивается. Он является опасным, социально опасным человеком. Капитал, аргумент, социально опасный человек. Я, не я и другие субъекты. Ну и что?
Ну что, Дмитрий, приятно вас такое слышать. Ярослав, ну давайте начнем. Мария Рахманинова, гиперсетевая теория. Не я. Другие субъекты. Вам плохо? Не я. Другие субъекты. Гиперсетевая теория. Не я. У вас есть проблемы сейчас? Пусть организаторы сами решают. Гиперсетевая теория. Бахтин. Послушайте, мы уже были. Бахтин. Гиперсетевая теория. Другие субъекты. Ладно, Ярослав, начинайте, пожалуйста. Ярослав Борисович. Гиперсетевая теория. В таких условиях я не уверен, что у меня получится что-то внятно произносить. Бахтин. Произносить. Я вас понял. Я расслаблю, это уделать. Свойства. Бахтин. Вызываем. Бахтин. Провоцировать безопасность. Освоительной составляющей. Борисович. Представление о я появилось в рамках демократии. Сетевая теория демократии. Становится субъектом деятельности и афинской. Реально влиять на то, что происходит вокруг. Сетевая теория.
где-то в середине. Но вы не понимаете, что человек нашей эры появилась. Нашей эры. Вот это вот представление о я, и это связано со силовым временем. Представление появилось. Индивидуумное о я, вот в европейской части. Европейской. Земли, оно именно. Профессор. Профессор. Восточной части мира. Части мира. И вся вот христианская доктрина искупления строится именно на Был ли он гуманистом? Рахманинова. Поведение животных. Рахманинова. Фотографию. 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 Нервничает. Фотографию. Тема нравится, фотография снимает. А с другой ногой христианство стоит уже в некоторой современной цивилизации, и в нем есть там важнейшее представление, которое... Осевое время. Это то, что спастись может только индивидуальная душа. Осевое время. Это спасение не зависит от... Осевое время. Осевое время. Осевое время. Осевое время. Осевое время. Ну ладно. Итак, следующий такой вот важный этап представления человеческого я относится к Декарту. И его высказывание «Я мысль, что я существую», оно говорит о, в первую очередь, о мышлении. Он тогда задался вопросом о том, что может быть малый зал, Сахаровский центр, малый зал, Сахаровский центр, малый зал.
Достоевский. Малый зал. Малый зал. Вы там можете посмотреть все материалы. Гуманизм. Малый зал. И там есть у нас специально, ну, по крайней мере, в моей презентации, связано с этой проблемой. Я не, ну, так сказать, не психолог, конечно, в философской школе, но я еще исследователь, кроме того, что я, собственно говоря, здесь думаю, надеюсь, что я разделяю гуманистический. Психолог, историк. И коль скоро так, то, так сказать, я как бы имею некое моральное право. Моральное право. Вопрос, а что такое личность? Осевое время. А что такое человек, как понимает человек? Осевое время. Вот на эту тему очень много. Очень много. Но я здесь взял Евгений Сычев. Задачу. Очень много. Не просто в я. Глубже. А смотри, конечно, на что я думаю, что есть. Всегда и везде у нас в я есть одна проблема, которую можно сформировать очень просто. Безопасность нашего я. Безопасность. Физическая, психологическая. Достоевский, безопасность. Безопасность. Достоевский. Безопасность.